Ну, в целом вообще у нас больше рамы, на которые
Улица Норио. Попытка номер три. Там маргиналы всякие стоят на бирже у себя. И, судя по всему, они уходить оттуда и не собираются. Ну и чтобы они не попали бы в кадр, в третий раз пришел сюда. Нашел наконец-то место, с которого могу снимать. 15 февраля. Район Куке, улица Мичурина. Маршрут 353. На вокзале поднялся, и то он уже отъехал, быстро успел заскочить. Ну, попросил остановить, автобус он остановил для меня. Спереди как раз пусто было, никого не было. И спереди сел, ехал, снимал. На вокзале сел, проехал улицу Царицы Тамары, потом Плеханова, до площади Марджанишвили. Дальше улица Марджанишвили, улица Тинамсгришвили, улица Абашидзе. Советская площадь, улица Мамардашвили, улица Артвина, подъем Норио. Там, где детская площадка, где пересечение улицы Мичурина и улицы Норио, там вышел. Хотел с того места начать снимать, но ситуация неподходящая. А сейчас улица Мичурина. Конец улицы Мичурина. Иду прямо до конца. Перескочил улицу Норио и продолжаю. Нужен был 9 номер улицы Мичурина. Сейчас вот так поверну. Никто не говорил, что будет легко. А вы думали, прямо раз пошел, просто и снял? Не, просто так ничего не бывает.
Вот, 9-й номер Мичурина. До этого корпуса дойду, потом повернусь обратно. Улица Уплисцихе, но она не нужна мне сегодня. Вот здесь слева, что есть поворот, это продолжение улицы Мичурина. Вот ваш дом, Людмила. Конец улицы Мичурина, улица Артвина. И как без этого запорожца? Как я его упущу из виду?
Во, видели такое? Он же столько времени стоит здесь. Вот так тоже сниму. И вот этот москвич. Случайно увидел его здесь и тоже не могу упустить из виду. Тоже рядом, недалеко от этого. Где Запорожец, слева Москвич. Улица Артвина. И с нее снова поднимусь на Мичурина сейчас. Улица Мичурина опять. Прохожу снова мимо 9-го дома.